Бао, всем привет, топчики! С вами Димон Про, и сегодня будет у нас разбор, полный, да, разбор уже официального трейлера Project Playtime и еще полный разбор официального гейм-трейлера, геймплей-трейлера, да. Этот геймплей-трейлер есть и, конечно же, на странице в Стиме, да. Project Playtime есть в Steam. Но еще не вышло. Но страница есть, мы ее тоже разберем скоро. Я бы мог это видео и раньше сделать, но, увы, только сейчас. Ладно. Давайте будем разбирать. Официальный. Видим какую-то локацию здесь из Project Playtime и разрушенного Брона, сломанного. Видим чей-то гробпак. Да. Четыре человека. Зеленый, желтый, красный и синий. Да. Немного они, конечно, намекают, как и на людей из Among Us. Космонавтов. Что-то есть тут похожее, кстати. Да, игровая с игропэками. Голова Кэтби. Детализированно выглядит так-то. Хайваки. Игрушечный. А он живой, оказывается. То есть, возможно, здесь все игрушки, которые целые лежат, и они могут быть живыми. Это гадко. Раздражение, так сказать, идет у мини-ходивателя. Жалко его, конечно. Ну ладно. О, опа, а вот и сам Хагиваки съел его за мелкого. Да, классно выглядит. Все, остались только синий и желтый. Давайте, бейте, пацаны. Ну все. Так, станция поезда. Все, минус синий. Мамочка его убила. Давай, беги, чел. До поезда. Что, сбежал, так не-не-не. Еще один монстр он поджидает. Коробки. А это у нас Буксибу. Да-да. Все, шкатулка пошла. А все, уже лапа вылезла. Еще одна. Пружинистая. У него типа конечности пружинистые, а лапы и стопы, они шерстяные. Сейчас вот вылезет. Ля, какой вообще вылез. Красавец. Ну да, ну... Интересно, будет ли Буксибу в третьей главе?
Вот что интересно. И все, убил. И все, вот поезд только уже начал ехать. 6 декабря. Ладно. Мы разобрали его. Теперь идем к геймплею. Hi there. Ну, ладно, я его уже смотрел. Посмотрим еще раз, а потом, а дальше разбор. My name's Leif Pierre. And welcome to your job as a resource extraction specialist. Here's the job. You need to collect toy parts to make a giant toy. Get that giant toy on the train, then leave. Simple, right? Ну, теперь мы будем разбирать сейчас. Hi there. My name's Leif Pierre. Как логотип, прочие имена Mob Games. И вот мы тут можем еще и видеть... ну, в общем, подземную... Короче, продолжаем. Я думаю, вы уже поняли я. И все, проезжает поезд из второй главы Poppy Playtime. Только слегка иначе, с грузом сзади. And welcome to your job as a resource extraction specialist. Так, первый кадр. Кинотеатр. Золотая статуэтка Хаги-Ваги. Что-то это намекает на ФНАФ 9. Вам это не кажется? И тут еще у нас золотой брон. Какая-то станок музыкальный. С кнопками такими радужными, еще кнопками. Да, ну красиво все так. Все так богатенько в золоте. Автоматы вон еще. А, и тут, короче, еще и кисимис есть такие статуэтки на их столбах. Вот сам кинотеатр. Тоже с музыкальным станком. И картонка Хаги-Ваги, но его вся голова, и около него огонь, и картонка Бокси-Бу, и руки, обычный вид. Мы в игре можем менять типа руки, вот скин рук можем менять, и можем менять и скин сзади рюкзака, то есть тут по отдельности все управление у нас. 3 жизни. Прыгать, возможно, это кнопка. Инвентарь, 6 слотов. И нужно в игре собирать игрушки. Для чего-то там. Вот отдавать, короче, вот эту штукенцию. Оно типа вот вниз, вниз или вверх, вот так. Игрушки отдавать, и надо собирать в одну большую игрушку. И это 6 игроков здесь должны выжить против мамочки, Хаги-Ваги и Бокси-Бу. Но тут по отдельности как бы. То есть 6 людей же выживает, один игрок играет за одного монстра, и все. Не сразу 3, один только. Вот фабрика еще одна. Ну да, детализированно выглядит. Надеюсь, ну я вряд ли смогу поиграть на ПК. Вряд ли потянет, конечно. Но, думаю, на Андроиде выйдет. Но буду надеяться. На телефонах. Then leave.
И прятаться можно. Simple. Так это боксиму тут прошел. Да. В общем, скины есть у на игроков здесь. То у кого-то ведро на голове. Все, в общем, можно менять. О, анимация, перекат. Да, это ведь железный такой. В указке. Ну да. Классно выглядит. Да, вот это мини-игра. Вот. Управление хагибаки. И тут таймер наверху. И способности кидаться коробками или что это, ну, что это такое. Так. Первая способность. Обнимать. Типа это обнимать так, сжимая игрока какого-то до смерти, походу. Третье это лицо у нас видно на Е. Это у нас может типа открыть пасть и сожрать вот так. Взять вот так. Ну, вот так я типа, показал, как оно может быть. Вот еще вместо головы телек. Так, вот боксибу. Конечно, да, классно выглядит. Вот еще скин рук. Это такие киборгские, можно так сказать. Железные. Вот еще один от всяких одеваний стучится, что его отпустили. Золотые руки. Слегка такие, типа, как перчатка Таноса выглядят, они такие золотистые. Еще не хватает, короче, вот здесь разных кристаллов бесконечности, вот, что было очень похоже. Можно играть от третьего лица, либо от первого. То есть не от третьего, а от второго. Еще один отстек, мамочка. Так, подождите. Угу. Она может прыгать. Ну, все, в принципе, могут прыгать. Вот еще картонные такие, или что это, такие руки. Да-да. Будет еще одна локация с дырами, где нужно, короче, других разноцветных одеваки отгонять, типа на по лицу им жмякать руками. Ну классно. Так, способности мамочки. Это у нас, значит, здесь первая способность глаза. Это активирует у нас, значит, мы можем видеть следы игроков, которые прошли где-то. И за ними следите, за этими следами, чтобы найти игрока. И вторая способность паутина, чтобы не дать игроку, типа, убежать за его носом. Паутину сделать, и потом сзади мамочка его убьет. Думаю, где-то оно так выглядит. Так, что это за... О! Это у нас кожаные перчатки. Прикольно. Так, а как этот скин выглядит? Так, подождите-ка. Так, это пожарный. О, руки мамочки. Что-то есть похуже. Угу. То есть, типа, можно бежать от хагиваги, вот если видеть наверху ворота и зацепиться гропаками, потянуть на себя, и вот так можно ему путь закрыть хагиваги. Еще один вид вот этих перчаток. И нужен. И мы можем по поездам, значит, передвигаться. Но сзади Буксибу убил нас. Project Playtime. Но это был полный разбор, да. Дальше будет видео. Это разбор страницы в Стиме. Ну, а мы будем... Ну, а потом уже будет реакция на уродскую анимацию. Это канал. Реакция на видео 1 сентября. Да. Ну, в общем, ладно. Будем заканчивать. С вами был Димон Про. Всем пока-пока. Желаю удачи.